больше не беспокоиться о том, что мне нужно идти в стрёмный данж. Я вообще туда не ходил. Ну... Не знаю, понимаешь, это чувство незавершенности. Внутренний перфекционист страдает. Видит, что там есть неубитые муники, не зачищенные, да. Прокачанным персом туда не пойдешь, слишком стрёмно. Да не, наоборот. Не, ну, в данный тип Керитунгова можно, а вот в какой-нибудь Морию или в Рэмбор не хочется, потому что на теле Волт без лестницы назад. Ну, не знаю, там все настолько дохлые будут, что ли. Out of Depths монстров, поэтому... Я имею в виду по уровню, не все равно, что он дохлый. Ты не говори так, а то я пойду. Мимик. И старт. Опа, ушка дропа. Вот заходишь в этот, куда-нибудь там... Не знаю, в тот же Мордор. После Незерриль. И там все такие дохлые, что даже сам он не страшен. Ну, смотря кем. Это да. Если тем же персонажем, что ты назад уходишь, то я понимаю. Ну да. Зачем туда ходить? Персонаж Зерилма. Чтоб внутренний перфекционист не страдал. Ну блин, сотка СП это тоже это самое желтое. Да куда ж мне идти тогда надо? Глубже? Да я пока до сотки дошел, у меня полный инвентарь мусора. Так не бери мусор. Как можно пропустить? О, перчатки нашел, отлично. Которые перевеса не дают. Перчатки. Маги плюс 10. А,
У меня эти были. Set of 6. Где они там? Ну да. Они ломаются еще. Постоянно за чар спадает. Мне надо было с халифом обязательно. А на этих есть. И за чар нормальный. А вот это тоже мерзкий данж. Почему-то. Ну, если у тебя есть в рейс все эти данжи... Он мерзкий из-за паутины. Без рейса... А, ну да, потому что ее сжигают. Это и стен мало, вот еще что. Да, тут горы, стены в основном. Мало. Стен много. Паутина. Мне больше всего этот данж нравится. Где Драгонрайдер? Рэмбор, что ли? А, блин, я не помню, как он называется. Или этот, где трон сидит? Трон, да, да. Там везде горы, а и комнатки маленькие. Помру, интересно. Нет. Кажется, я уже дошел до максимальной глубины. А ну и еще я хожу постоянно в долгую дуб. Вот это тоже топач. Почему? Туда. Они не знают. Что-то не так. Там топ-то. Еще больше стен. Нет, там стены нормальные. Лабиринтные, больше такие широкие лабиринты. Во-первых, там можно всегда 48-й на желтом взять, и это лучше, чем... Ну, как по мне, лучше, чем в путях. Там больше демонов, меньше андетов. В путях постоянно эти андеды отжирают опыт. Все такое. О боже, фейс спайдеры. Мне сломали весь лут на полу. Мимик он еще. Да фиг с ним. Ну ладно. Трогарта там не было. Чего больше интересного там тоже не было.